эту ситуацию. Как вы считаете, вот этот теракт в Брюсселе специально, чтобы отвлечь внимание от приговора Савченко? Правда, хочу выразить особую благодарность всем, у кого возникла такая идея. Фильм для всех и для каждого. И я уверена, что каждый после просмотра этого фильма примет определенные решения в своей жизни и начнет жить успешно, красиво и жизнь будет чемпионским. Сюда мы к фильму мы обязательно вернемся, а еще с февраля выглашу человека в ЦСКА. Можно подробнее? Красава. Люди, Женя, которые по нашему району едут по своей полосе, блядь. Я их дебилами называю, я просто объезжаю их по встречке, по пустой, по чистой, по ровной, более-менее дороге. Тихо! Я тебя, блядь, простите, блядь!
видел, меня заблокировали. Тихо, успокойся. Вызывай скорую. Вызывай скорую. Да заткнись, блядь. Скорую вызывай.